Сегодня для них был организован праздник. Можно не спешить на работу или домой, а в непринужденной обстановке насладиться общением. Я очень рада приглашению, потому что атмосфера, музыка, прекрасная архитектура Чернопятого, Белой колонны, все это так очень празднично. Неважно, по какому поводу ты здесь находишься. И еще я очень люблю здесь находиться, потому что я люблю, что руководство Сочинской филармонии превращает фойе Зимнего театра в такой художественный салон. И вот я с радостью вижу новые картины Игоря Венского. Все отмечают, курортный город развивается не без участия прекрасной половины человечества. Многие уже ушли на заслуженный отдых, другие, как говорится, еще у станка. Они у нас являются руководителем предприятий, организаций, директора школ, заведующие детскими садами, успешные бизнесмены. Поэтому мы просто восхищены их профессионализмом. И без женщин, естественно, чтобы вот даже та же экономика города у нас, наверное, бы не была такой развитой, как на сегодняшний день. Потому что их ответственность, их трудолюбие – это отличает наших сочинских женщин. Поэтому мне хотелось бы их поблагодарить за это и пожелать каждой из них любить и быть любимой. Большинство женщин, помимо того, что являются прекрасными женами и мамами, стараются лидировать в той сфере, где трудятся. Лучших активистов производства сегодня наградили грамотами за трудовые успехи на благо родного Сочи. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.